Убийца 11 человек в синагоге Питтсбурга приговорен к смертной казни. Такое решение американский суд присяжных вынес 50-летнему Роберту Бауэрсу. В 2018 году США потрясла трагедия, которую местные СМИ окрестили как самое смертоносное нападение на евреев в истории страны. Вооруженный автоматической винтовкой Бауэрс открыл огонь по прихожанам. В ходе перестрелки с полицией преступника удалось обезвредить. Помимо жертв среди гражданских, тяжелые ранения получили четверо полицейских. По признанию Бауэрса, его действия были мотивированы антисемитизмом. Присяжные заявили, что осужденный так и не раскаялся в своем преступлении. Бауэрс признан виновным по всем 60 уголовным обвинениям. Смертная казнь осуществят через смертельную инъекцию. Около 5 лет назад многие из нас находились прямо здесь, в этой комнате. Это было место, где семьи в горе и ужасе ждали новостей о своих близких. Сегодня, наконец, мы увидели завершение очень длинной главы. Сегодня мы получили огромную поддержку со стороны правосудия. И мы видим, что наше правительство не потворствует антисемитизму в его самой гнусной форме.